Господа, здравствуйте! Добро пожаловать снова на второй канал, уже в новом году, как-никак, а первое видео. Открываем с одной из самых насущных тем для жителей этих самых 11 или там, ну, полутора десятков, в крайнем случае, городов России. Каршеринг. Ненависть вокруг чего объединяет нас, сплощает. И при произношении этого слова каршеринг, естественно, все мы понимаем, что сейчас что-то пойдет не так. В голове сразу нарисовываются какие-то мельтешащие машины на ручнике, делающие 360, а обязательно разматывающиеся об деревья столбы, Парковки, уносящие с собой жизни не только непосредственно тех, кто сидит внутри, но еще и по нелепой случайности оказавшихся под их колесами людей то есть, каршеринг это и есть воплощение зла в России на секундочку. И многие спрашивали, Костя, а как же ты так при всем вот этом а, своем а, цитировании ненависти к каршерингу умудряешься его еще и пиарить? А дело в том, что, ребята, каршеринг-то сам по себе, как и до этого предыдущая тема на этом втором канале про такси, она, в общем-то, зависит не только от сервиса, который предоставляет этот самый каршеринг, но также от людей, кто им, естественно, пользуется. Поэтому каршеринг-это как вот а, граната в руках обезьяны. А, может и ничего не произойти, а если действительно обезьяна берет гранату, то и Естественно, что-то безусловно и произойдет. Мое знакомство с каршерингом началось, наверное, задолго до того, как он вообще пришел в Россию. Это был какой-нибудь год 14 -й. или 13. -й. Или что-то вот то вот, короче, 10-й. Начало 10-х годов, скорее всего, в Париже. Когда. Если найду, сейчас вот это видео выцеплю его. Наверное, нет, это был все-таки 14-15, если это уже на Ютубе есть. Я помню, что это было на Ютубе. Но если найду этот видос, я его выцеплю обязательно, где я шел мимо каких-то машин, похожих на Smart Fofo, э -э, только сделанных почему-то из нержавейки, не крашенных, каких-то очень страшно выглядящих, всех покоцанных, пошарпанных, даже изрисованных. И они еще стояли и заряжались от розетки. И возле них был мануал, на котором было написано, что эту машину можно взять здесь, а оставить в другом месте. В моей голове еще не было слова каршеринг, а каршеринг как-то таковой уже стоял передо мной. И я тогда не понимал, ну вот это прикольная идея. То есть эту тачку можно взять как велосипед или что-то там прокатное, то, что уже мне было понятно, по крайней мере, в моем сознании на тот момент. Взять на ней поездить и оставить ее у розетки в следующем месте в другой части Парижа, за это заплатив какие-то, ну, немалые, естественно, деньги, потому что все-таки это понятно, что это аренда автомобиля в Европе, никогда это там дешево не бывает, в отличие от России, но даже заправлять ее не нужно было, потому что она еще электрическая, и ты такой, вау, что происходит, вот это круто. И эти тачки все время стояли на специально отведенных местах, которые были разлинены под электромобили, как я это уже позже узнал, а тогда это просто был каршеринг электрический, но... Я еще был зелен, молот и ничего в этой жизни толком не понимал. И спустя какое-то время это приходит в Россию, и мы все-таки радуемся, типа, да, прикольно, наконец-то мы такая цивилизованная страна, у нас теперь можно тоже брать тачку, на ней самому ездить по своим делам, не бомбить при этом на то, что в салоне накурено, что водитель ведет вас как-то не так, как вы хотите, ни с кем не спорить, а взять на тачке на этой поезде. Если у вас добавок еще своя машина сломана, вы можете взять эту в аренду и еще и выбрать из каких машин. То есть каршеринг вам предоставляет такие вещи, как вы можете сегодня взять Рено, завтра вы можете взять Smart, потом вы можете взять Бехачку, если вам там какие-то новые уровни открываются. Сейчас даже, говорят, в Москве там или в Питере Маканы появились. Я уж, ну, не знаю, честно говоря, всех тонкостей. В Москве, по-моему, даже можно брать, типа, Мустанг там 60 какого-то года. Что только там можно не взять в итоге? То есть, это возможность для человека, который не имеет по жизни какие-то доступ к большому количеству автомобилей взять здесь здесь взять, взять, взять на них покататься если вы выбираете что-нибудь из бюджетного сегмента а можно даже не из бюджетного вы можете вместо тест-драйва у дилера взять в каршеринг ту тачку поездить на ней даже несколько дней то есть это полноценный вариант допустим взять машину на выходные съездить на дачу и так далее все это делается через приложение больше не нужно никому звонить долго объяснять что вам надо какие машины есть наличие и спрашивать как обычно во всех вот этих вот арендах на заре веков все это еще было сделано понятно что сейчас уже всякие пришли космические аренды машин типа там Герца еще куча всего где вы можете на сайте забронировать нужный вам автомобиль также взять его в одном месте вернуть в другом но это все равно некоторые пункты где вы можете взять забрать каршеринг доступен практически по всему городу хотя в моей деревне его нет то есть я каршерингом почему сам не пользуюсь и ни в нем ни в одном не зарегистрирован, потому что просто в мою деревню ни один каршеринг не доезжает. Его невозможно взять в аренду возле меня и оставить там, соответственно, завершить аренду, опять же, возле меня. То есть оставить там никакого нельзя, аренда будет все время капать. Короче, в моем случае это просто не актуально. В моей деревне такого еще барства нет. Но в какой же момент все стало портиться, господа? Когда каршеринг стал воплощением. Нашего любимого, наши национальные идеи, во многом можно сказать, да? Так вот, когда за него стали садиться эти самые обезьяны. И причем мне совершенно непонятна логика этих обезьян, потому что люди, ну, помимо фейковых аккаунтов, там понятно, что человек заранее идет на правонарушение, уже его совершив покупкой фейкового аккаунта, естественно, он берет эту машину чисто отдохнуть или совершить какие-то с ней ужасные деяния. Но э, ведь долб... не был бы, долб... если бы не долб, которые долб... на этом долб аккаунте на своем оригинальном настоящем, который действительно принадлежит им, а ездят они на этой машине, как будто им за это ничего не будет. То есть у нас, знаете, вот каршеринг, он как лакмус недальновидности огромного количества людей, которые почему-то садятся в эту тачку, превышают на ней скорость, раздают как-то на ней, совершают какие-то совершенно опасные маневры, при том, что они заблаговременно знают о том, что везде стоит куча датчиков, акселерометры, даже видеорегистраторы во многих машинах стоят слушается то, что происходит в салоне, GPS, куча маячков и так далее. То есть все ваши действия, они логируются, ну, записываются в некий журнал и потом анализируются системой. И вас же могут забанить, но при этом вы все равно, ну вот та часть, я имею в виду людей, которые несознательно используют каршеринг, все равно при этом нарушает на нем правила, а потом в всяких группах, типа там подслушано каршеринг или типичный каршеринг, ноют на тему того, что вот там тот-то, тот-то оператор каршеринга теперь ввел ограничение скорости не плюс 20 от Разрешенных законом 60 в городе, а плюс 10 беспредел. Хотя закон нарушается уже 61. Секундочку, господа, вы как бы если вам нравится нарушать загон, садитесь на бутылку на зону и там размышляете о том, что закон суров какие проблемы? Но вы же хотите быть на свободе и при этом недовольны тем, что закон сами же и нарушаете. И то, что вас за это еще кто-то и тем более штрафует. И ведь, знаете, есть же антипод, ведь каршеринг, он же не весь негативный. Например, Игорян админ у меня часто пользуется каршерингом, потому что ему часто бывает, нужна вторая машина, или когда его в сервисе. Никита оператор, Никита Зонов мой, да, он же недавно продал свою BMW E39 туринг, а новую машину еще не купил. И думает или подкопить на новую, или его что-то не устраивать, и так далее. И в итоге он сел на каршеринг. И даже для себя, напомню вам, выяснил, что езда на каршеринге для него дешевле, чем езда на E39 туринг. Причем в около идеальном состоянии у него была E39, и на нее в месяц у него уходило 20 тысяч рублей. Потому что то стекло поменяет, то пороги там надо поменять, то подвесочка, то выхлоп починить и так далее. То есть ничего там такого сверх прямо она вся не сыпалась, он просто поддерживал ее в очень хорошем состоянии. Так вот, на BMW уходило 18, о, 20, а на каршеринг у него уходит 18. При том, что он ездит. Ну, в общем-то, нормально ездит, потому что у нас съемки каждый раз в разных частях города. И Никита бывает, приезжает там с севера, где он живет, постоянно на юг, куда-то в центр, на Крестовский, куда-то едет даже, вот бывает за 150 километров от города, когда мы инвалидку снимали. То есть это для него прямо серьезная ощутимая статья расходов. И все равно это дешевле, чем старая BMW. Плюс Никитос понял со временем, что он уже сейчас вот не хочет ездить на Каптюре. Ему нужно выбрать что-нибудь, ну вот Смарти какой-нибудь поинтереснее, или что-нибудь там вот Бэшка двоечка, там Кросс рис Ну, по то есть человек начинает втягиваться в то, что после одной и старой машины ему доступны новые, разные и какие-то интересные. Все они с автоматом, все они с кондеем, все они свеженькие. По раз мы с ним садились в Кашкай, на котором было пробег типа там 300 километров, то есть он вот сегодня вышел на линию, и нам повезло, мы его тут же забронили. То есть, э, ну, это ощущение, прям как будто ты ездишь на самых новых тачках. Это же прикольно. И Никита и Игорян при этом ездят очень аккуратно. Почему? Потому что они не хотят, чтобы их забанили. Нормальное человеческое желание продолжить дальше пользоваться тем сервисом, который тебе помогает, и который тебе нравится. Казалось бы, что может пойти не так. А может пойти не так, видимо, или IQ некоторых людей, которые равен примерно их оценкам в школы то есть до 5 скорее всего, это IQ составляет. Или просто недальновидность, они даже не могут понять, что нарушая сегодня, завтра их забанят. То есть люди совершенно не отдают себе отчет в своих действиях, которые они совершают. И это вот и есть прямо лакмус большинства бед. Нет, нет, не надо говорить нашей страны, на самом деле такие люди есть везде, это, ну, везде есть хулиганы, которые нарушают и так далее. То есть люди действительно не вдупляют, что есть некая ответственность за их поступки. При этом, кстати, и Игорян Админ, и Никита э, недовольны каршерингом в каком плане? Что даже на своей машине они могут позволить себе больше, чем на каршеринге. То есть, как вы видите, адекватные люди, умные люди понимают, что каршеринг это некая дополнительная степень ответственности, потому что нарушая закон, ты нарушаешь его не на своей машине, и про это никто не узнает, кроме тебя и, или инспектора, или камеры видеофиксации, но нарушая закон на каршеринге, про это как минимум еще узнает каршеринг. И как минимум ты в общей базе проседаешь, у тебя э, закрывается доступ к более дорогим тачкам, ну и вообще это неприятно, когда кто-то еще тебе выставляет какие-то штрафы, где-то тебя банит и так далее. То есть это, знаете, некое э, декларирование своей безответственности, декларирование того, что ты нарушаешь закон. А помимо некоторых блогеров э, в интернете, все остальные уже далеко понимают, что декларирование того, что ты против закона, ни к чему хорошему никогда по этой жизни не приведет. И то, что если ты нарушаешь закон, это безусловно плохо. А нарушаешь ты... Напомню, превышая скорость 60 километров в час, что для многих на самом деле большое открытие, потому что все уверены, что если штраф не приходит, значит все в порядке. А штраф не приходит до 80, и люди ездят до 80 по городу и говорят, что я не нарушаю, хотя секундочку, все-таки это нарушение. И Понятно, что это все остается между нами и каждый из нас не преступник и никогда такого не делает, но мы все знаем, что все мы обычно в городе ездим 60. Давайте, скажем так, будем честны сами с собой, <laughs> в кавычках, именно 60. Так вот, каршеринг, по мнению умных людей и дальновидных, как раз их ограничивает в том, что они все-таки боятся кого-то подрезать, боятся совершить резкий маневр, боятся резко навалить, боятся ехать те же самые 80, потому что вроде как при этом могут для них а, настигнуть некие санкции. Что делают все остальные прекрасные персонажи, сказочные, воистину сказочные персонажи, которые берут каршеринг и дубасят на нем, которые, пересаживаясь за руль каршеринга, вообще перестают себе отдают отчет, отдавать отчет, что они просто за рулем автомобилей. И хотя статистика ДТП, этот недавно вышла и Росстат, там, или кто-то там не вел, и ГИБДД сделали отчетный, что на самом деле каршеринг э, суммарно от остальных машин там ДТП совершает не чаще, чем в одном проценте случаев, то, по-моему, это на самом деле бред. Потому что я уверен, что у каждого практически, кто смотрит это видео, были случаи, когда их каршеринг или подрезал, или перед ними дико исполнил, или э, объезжал пробку по встречке, по обочине. И дело даже в том, что каршеринг здесь, это не все вот эти вот тысячи машин, которые ездят в каждом городе, а каршеринг для нас это как будто одна и та же машина. Каршеринг, он же весь одинаковый, это практически одни и те же машины, раскрашенные в одну цветовую схему, и поэтому, когда ты видишь каршеринг, это для тебя не какой-то другой каршеринг и другой человек на другой машине, это все одна и та же единица, которая злобно преследует тебя и думает, как бы тебя бахнуть. Потому что лично я, как и любой адекватный человек, уже давно, когда вижу в городе каршеринг, знаете, раньше люди боялись Роллс-Ройсов с сопровождением, каких-то геликов, каких-то отмороженных девяток с наклейкой Нагана, Купчина, АК-47, Долбит нормальные и прочее. Но нет, это все на самом деле хорошие ребята. Это отличные, приличные люди, которые, в принципе всегда помогут тебе в непростой ситуации. А вот каршеринг — это единственная машина, от которой стоит точно держаться подальше. Если вас подряд раз несколько режет каршеринг, остановитесь. Не пытайтесь ему ничего доказать. Бесполезно спорить каршерингом. Вероятнее всего, он у нас бахнет, уедет, заплатят франшизу 30 тысяч рублей, вы встрянете на ремонт, ДТП, все вот это вот и прочее. То есть эти люди отморожены, они знают, что управы на них нет. То есть тут надо водители какую-то степень ответственности для этих водителей, типа сразу блокирование, вот при любом ДТП на каршеринге, типа 5 лет тебя блочат во всех каршах и типа штраф 150 тысяч рублей, которые причем у тебя должны быть на карте удержаны сразу, как это, я забыл, как это называется, не резервирование средств, ну, когда в гостиницу там оформляешь и так далее, а а может быть резервирование, да, то есть некая сумма, которая блокируется у тебя на карте, но с нее не списывается, пока что-нибудь не произошло. А если уж бахнул, то сразу тебя вдупляют как минимум там вот реально на огромную сумму, то есть если ты даже зарабатываешь 200 тысяч в месяц, чтобы для тебя это было прям ну конкретно больно. И вот тогда эти люди будут дисциплинироваться, потому что в противном случае, они никогда не учитывают, что они доставляют неудобства кому-то другому. А себе неудобства они не доставят, потому что чем они рискуют? Франшизой 15-20 тысяч рублей и блокировкой в одном этом каршеринге во всех остальных они по-прежнему могут ездить. Да это ни о чем. Для людей, кто по жизни не очень-то заботится о том, чтобы другим как минимум не доставлять удовольствие, это ну, не, 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 неудобство, это вообще ни о чем. В итоге мы получаем, что каршеринг это такой для многих дешевый. А поскольку, как я говорил во многом, что люди, которые на каршеринге беспределят, они же не дальновидные, они же и не вдупляют, что 20 тысяч их снимут. Для них, допустим, даже и 20 тысяч много, но они же просто дураки. Поэтому они этого не понимают. И они считают, что они просто на каршеринге могут все потому что это не их тачка, если испалят их номер, это никому ничего не страшно, потому что я к этому не имею, дескать, никакого отношения. Соответственно, метод борьбы может быть первый, как я уже описывал, это дичайшие санкции абсолютно со стороны самих каршеринговых компаний. И второй способ это, естественно, неравнодушность граждан, повышенная социальная... Вот как я опять призываю стучать. Вот как многие в комментариях опять же говорили, что Костя, Костя, ты воспитываешь поколение стукачей, я воспитываю поколение людей, которым, во-первых, не все равно, где они живут. А если вы не хотите стучать, когда будет насиловать вашу мать, пройдите мимо. Не надо стучать. Пусть они ее донасилуют и идут дальше. Это не ваше дело, не надо стучать. Ну и что, что это ваша мать? Ну и чего? Они ее донасилуют, пойдут дальше. Ничего страшного не произошло. Не так ли, господа? Хотя вот те, кто пишут, как правило, что не надо стучать, в случае, если у них украли носок, первыми же бегут к первополномоченному Дукалису и доигралису, и говорят, что о том, что у них украли носок. И помогите, скорее. То есть, это опять же люди, которые не думают о других. Поэтому каршеринг на самом деле можно контролировать еще бескомпромиссно просто на всех их стучать. То есть прилетает вам со встречки каршеринг, если у вас есть регистратор, отправьте эту видеозапись в оператор каршеринга, который нарушил, тем более опознать их очень просто. Там есть номер, есть время, легко поднимается база, устанавливается, кто был за рулем, а этот человек штрафуется, наказывается или ему ограничивается доступ к каршерингу. И это как бы чистой воды стуча... стукачество, зашквар, да, мусорнулись, все, еще можно все что угодно сказать. Таким образом вы можете оберечь потенциально свою родню, детей и прочих от этих негодяев, которые специально садятся на каршеринг с полным пониманием, что им за это ничего не будет. Они, риска... они раскрепощены и делают все, что хотят, только потому, что они хотят. На них как бы нету власти. Так вот, власть, по сути, над каршерингом, это сами участники дорожного движения, кто видит это со стороны. Вот уж как хотите. Опять же, а всем недовольным, я говорю, просто стойте и молча смотрите, как насилуют вашу мать. Жестко? Жестко. Стучать же плохо? Не стучите, смотрите дальше. А лучше снимите это на видео, и потом ей на день рождения покажите. Ма, смотри, как круто было. Но я, я не сдал, я не мусорнулся. То есть... Все точки надо расставлены. Мне кажется, все. Поэтому, на мой взгляд, каршеринг это м -м, ни в коем случае никакое не негативное влияние. Откуда у меня такой пар изо рта пошел? Что происходит? То есть я сидел, сидел, говорил, и тут ни с того ни с сего да, с меня прям это давление. Пукан так греется, что аж прям пара из кишечника. Вот он какие у меня большие руки, фига меня накрыло, короче, да? Каршеринг на самом деле это явление офигенное и очень удобное, если за ним ездят ну, как минимум нормальные, адекватные люди, потому что у меня есть куча знакомых, кто на нем ездит, кто им пользуется, их все устраивает, они довозят меня часто, мы с каршеринга проводим съемки, причем нарушая при этом правила, мы нарушаем при езде на каршеринге, нужно в этом покаяться, да, потому что часто один из нас, не будем говорить на видео, кто садится за руль каршеринга, он, естественно, рулит, потому что это его аккаунт, но у него открыт багажник, и формально он нарушает закон на тему перевозки пассажиров, это факт. И за это, для справочки, кстати, никаких сансы не прилетает. То есть, опять же, каршеринговые сервисы воспринимают незакрытый багажник как просто не до конца закрытый багажник. Не... А так мы уже ездили сколько? Раз, наверное, пять мы так уже снимали. И ни разу ничего на аккаунт того человека, который был за рулем, не прилетало. А вот за размазанное селфи, когда его попросили сделать проверку, прилетело и забанили. Вот. Хотя тут, с другой стороны, опять же вопрос, если ты делаешь селфи и видишь, что оно размазано и там ничего не понятно, на кой ты его отправлял? И кто виноват тогда в том, что ты предоставил фотку не та, которая была нужна, и тебя, соответственно, по ней система автоматически забанила. В общем, ребята, каршеринг, на мой взгляд, это офигенный потрясающий инструмент, при котором вы еще не платите за парковки, а, не заправляете тачку. Хотя вот эта тема с заправкой каршеринга как тоже бесит. Вы же там минуты, которые должны тратить на то, чтобы заправиться. Потом вам это компенсирует баллами. Заправить полный бак вы сразу не можете. Там вам говорят, что ну заправить только 20 литров. Потом эти минуты вам обратно деньгами не возвращают, а только баллами на счет, и вы их должны потратить только когда в следующий раз ездите. А зимой там не хватает ни омывайки, которой вечно нет. И вы должны эту омывайку где-то опять же заехать, купить какие-то опять потом баллы. Короче, сложные, сложные, сложные схемы, которые очень часто выпадают на долю одного и того же человека. То есть вы постоянно и есть тот человек, который садится, в... и то в тачке нету бенза, то в тачке нету омывайки, то в ней загорелся чек, пока вы ехали, и вы дико переживаете. А если следующий скажет, что горит чек, а до вас чек не горел, то получается на вас могут повесить тот вариант, что типа вы как-то дубасили и тачку поломали. В общем, там, конечно, далеко не все идеально, но если, как вот в случае с моими знакомыми, вам нужно куда-то ехать, вы хотите ехать без таксиста, возможно с родственниками, даже кто-то ездит с детьми и не хочет вызывать тот же эконом бизнеса, это просто дорого, то это отличный вариант ненадолго взять тачку, причем еще выбрать марку, выбрать размер этой тачки и поехать туда, куда вам надо самим за рулем. Скажу, что это видео спонсировано каршерингом, да? Причем мы же пиарили все абсолютно каршеринги, по-моему, которые только в Питере есть. И даже тех, которые в Питере нет, нам предлагали приехать в Москву и также пропиарить эти каршеринги. Но благо мне это логистически было не нужно, и я, соответственно, на это не соглашался. Поэтому, чтобы вы понимали, я за каршеринг и против э, обезьян, которые на нем периодически попадаются. Только три дня назад мы стояли на переезде с Владяном. Владян получил права, и мы ехали на его «Гольфе». И со встречки прилетел перед нами каршеринг, подрезал нас. На переезде была пробка, и он стал пробку на переезде объезжать справа, а там уже не было асфальта. И он вот так через все рельсы с искрами просто ушел. Очень, конечно, хотелось его, по идее, догнать, подрезать. Но вы знаете, что худшее, что может быть в жизни, это учителя на дороге. Поэтому про учителей на дороге, наверное, запишу за следующий ролик, потому что эта тема... Когда очень бы надо, но противозаконно. Спасибо вам огромное, что смотрели это видео. Огромное вам всем удачи. С наступившим вас еще раз С Новым годом. И пока.